Маленькие. Давай. Большие. Чуть-чуть маленькие. Большие чуть-чуть. Большие чуть-чуть. Немножечко. Ну попробуй, только не упади. Попробуй пройти три шажка. Раз, два, три. Молодец. Хорошо. Теперь ну-ка попробуй еще помаши вот так ластой. Чик-чик-чик. Вообще клево. Очень здорово. А? Че, будешь плавать в ластах? Да. И вот эту возьму. Хорошо. А это что? Называется маска. Вот это. А, это трубочка для плавания вот под водой. Меня ощущает вот, вот это. И вон еще очки. Вот это меня, он не ощущает. А очки? Вон там очки. Ты помыл сначала? Надо помыть водой. Водой сначала. Вот подойди вот там и помой. Или вот здесь помой. Вот смотри. Ага. Чик-чик-чик. Молодец. Хорошо. Так, отлично. Давай. Аккуратно. Не споткнись. Не упади. Поднимай ласту. Давай, давай. Так. Хорошо. Так, прекрасно. Теперь давай. Угу. Теперь давай мой вот эту штучку. И только когда помоешь, тогда ее можно вставлять. Угу. Хорошо. О, да ты грамотный парень. Теперь вылей водичку-то оттуда. Так. Все чистенькое, да? Да. Смотри, не упади. За ластами там глаз да глаз нужен. Угу. Что? Ну, смотреть надо внимательно просто. Так. Получается? Со стёлкой. Со что? Пристегнуть. А, я не знаю, спроси у деда или у дяди Гриши. Они в этом разбираются. Давай. Так. Молодец. Так. Ну, они не для ходьбы. Я тебя предупреждаю. Они не для ходьбы, а для плавания. Угу. Держи. Когда-то я хотела купить. Очки. А мама мне не хотела купить. Очень жаль. Ну, теперь у тебя вот есть возможность в них поплавать. А вам не нужны? Ну, ты поплаваешь, здесь оставишь. Ты же не будешь здесь целый год плавать. Сейчас, пока они никому не нужны, ты можешь плавать, мы разрешим. Дядя Гриша, разрешаешь? Да. Теперь маску надевай.